Знаменитая поговорка гласит «ты то, что ты ешь». И это действительно так. Навредить здоровью, употребляя некачественную продукцию, достаточно просто. В ходе семинара участники обсудили актуальные вопросы осуществления государственного санитарного надзора по вопросам обращения продовольственного сырья и пищевых продуктов с целью повышения эффективности системы контроля. В Брестской области сконцентрированы ряд ведущих предприятий, которые выпускают безопасную продукцию не только для населения нашей области, но и в целом для Беларуси и поставляют ее в порядка 60 стран мира. На этих предприятиях создана эффективная система производственного контроля, позволяющая употреблять нам безопасную и качественную продукцию. К слову, в области уже создана система, обеспечивающая единые подходы к осуществлению надзора. По ряду направлений разработаны и утверждены типовые программы производственного контроля. Именно они позволили в текущем году снизить количество нарушений санитарных норм при организации питания детей и подростков. За первое полугодие текущего года в области отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на порядка 22%, снижение заболеваемости энтеровирусной инфекции на 19%. Во время семинара участники обменялись опытом по решению проблемных вопросов в других регионах страны, ведь летний сезон они весьма актуальны. При сильной жаре создаются благоприятные условия для активации возбудителей инфекционных заболеваний и возможного роста острых кишечных инфекций. Поэтому по итогам семинара выработаны принципы, которые позволят более эффективно решать вопросы санитарно-эпидемиологического обеспечения. Финальным аккордом семинара стало посещение совместного предприятия «Санта-Бремер», одного из ведущих предприятий не только региона, но и страны.